Я не был никогда поэтом, не думал жизнь прожить в аду. Я просто русским был, при этом им стал в 17-м году. Тогда в советских паспортинах писали лишь бы побыстрей. А прадед-то мой был грузином, а может быть армянином. Другой, возможно, был еврей. Прабабушка была гречанкой, другая в маминой родне. Была казачкой или цыганкой, скакать умела на коне. Мой дед Донской был украинцем, красивым дед был мужиком. Поволжский дед был полунемцем, он стал за это кулаком. А бабушка лицом тунгусским пленила деда плугаря. Вот так и стал отец мой русским, ну а потом уже и я. И вот теперь я не уверен, какая кровь во мне и стать. Но знаю точно, что евреи, а это вам ведь не Корея. Гражданство мне готовы дать, но как доказывать еврейство свое, коль прадед мой исчез? И не поверят моим пейсам ни консулы, ни ФМС. Ах, как чудесно мы бы жили в обетованном-то саду. Как жаль, что предки поспешили тогда в 17-м году. Ах, как чудесно мы бы жили в обетованном саду. Как жаль, что предки поспешили тогда в 17-м году.